Алло, мамуль. Приветик. Да нет, это наши стреляют. Да, на завтра, но смотри, это как его. Я пока, короче, тут. Я там сейчас на Медроте закажу форму, чтобы вот это на деньги, на экспертизу. Вот, потом буду возвращаться к Жеке. Потому что тут меня долго не продержат, меня куда-то переведут, хрен знает куда, понимаешь. Она, тут, мам, тут, вот тут вообще такое творится, я тебе говорю. Вот у нас мужик, у нас вот мужик, ему в Москве делали операцию, какие-то пружины ставили в сердце. Вы годны, вы здоровы. Пацан слепой, дальше рук своих не видит. И здоровый. Короче, всем дают категорию Г, а это, ну, типа, годный. Единственное, что могут дать там отпуск месяц, типа, подлечиться, короче. Когда все возмущаются, что лбы, говорят, а вот россиянин, говорит, там беженцев, говорит, Сычутова из Украины, говорит, в России, получают по 40 тысяч, отлавливайте и сюда отправляйте, хай воюй. 75. А я не на передке, я на второй линии обороны. Это что, на первой линии обороны? Мама, это у тебя передок. А вот, короче, нет, а те, кто сидят в городе, получают по 20 тысяч, по 28. Я тебе серьезно говорю, мама. Ну ты не равняй россиян и нас. Я же отношусь к первому российскому корпусу, а они, наверное, там от российских этих, ну, тут же, мама, короче, до 26-го года сказали, будет вот такая вот жопа. Россия будет долго. Да, вот такая же. Нет, ну, освобождать территории там будут, а я имею в виду, что вот это вот неразбериха в документах, вот это вот неравноправие, короче. Да, понял.